В Западно-Казахстанской области ежегодно увеличиваются объемы строительства, а это значит и растет количество используемых строительных материалов. Кирпич – один из наиболее востребованных стройматериалов, который местные подрядчики в основном закупают за границей. В нашем регионе есть свободные месторождения глинистых пород, разработкой которых предлагают заняться предпринимателям, чтобы в последующем производить кирпич. В настоящее время разведкой и добычей общераспространенных полезных ископаемых в нашем регионе занимаются 47 субъектов недропользования. Эти полезные ископаемые широко используются при возведении строительных объектов, в производстве кирпича и других строительных материалов. Во втором полугодии 2021 года при поддержке государства на одном из таких месторождений в районе Байтерек в селе Рубеженское планируется открытие завода по производству керамического кирпича. Сейчас там ведутся монтажные работы. На территории Западно-Казахстанской области у нас есть свободные месторождения по общераспространенным полезным ископаемым. В основном это глинистое кирпичное сырье. Данный материал используется для производства кирпича, который в настоящее время очень необходим, значит, при строительстве высокоэтажных домов, ну и других. 21 это глинистое сырье, остальные есть другие месторождения. Значит, 21 месторождение это почти во всех районах нашей области. Это можно начинать от района Буки-Орды, Жанибек и до района Байтерек. Работает у нас портал invest07gov.kz, где полностью отражена информация про инвестиционный потенциал Западно-Казахстанской области, где любой инвестор из любой точки может посмотреть на трех языках информацию, где расположены основные данные про нормативные документы, про наш инвестиционный потенциал области, про месторождение полезных ископаемых. Такие месторождения даются предпринимателям на основе лицензии на 10 лет. В последующем при активном использовании ископаемых ее можно продлить на более поздний срок. Несмотря на карантинные ограничения, работа в Центре обслуживания инвесторов не прекращается, и переговоры с потенциальными инвесторами проводятся в онлайн-режиме. Так, например, совсем недавно были организованы переговоры с итальянскими инвесторами по вопросу создания молочно-товарной фермы в нашем регионе. В целом ОСПК ЖАИК, именно Центр обслуживания инвесторов, оказывает полную поддержку инвесторов от А до Я. То есть, начиная, например, от встречи в аэропорту до организации официальных встреч с заинтересованными государственными органами, с уполномоченными лицами. Всего на сегодняшний день в области реализуется свыше 50 инвестиционных проектов в различных сферах. С момента открытия Центра обслуживания инвесторов помощь была оказана порядка 100 предпринимателям из разных городов Казахстана и ближнего зарубежья. Юлия Мутылова, Талгат Муратбаев, Алтынбек Кабделов, телеканал Ак-Жайык.